В Николаеве армейский бензовоз врезался в здание зоомагазина. Один военный погиб. ДТП произошло на въезде в город. Автоцистерна принадлежит бригаде морской пехоты. В кабине находились двое военнослужащих. Водитель чудом выжил. Говорит, вез топливо в расположение части и вдруг потерял управление. Машину понесло на столб, потом через всю улицу. Остановилась цистерна, лишь когда врезалась в магазин. По предварительным данным, водитель был трезв. А причиной ДТП называют техническую неисправность. Отказали тормоза. Солдат, который ехал на пассажирском сидении, погиб на месте. Спасатели извлекли тело и залили автоцистерну пеной, чтобы предотвратить воспламенение топлива. Его там было около 5 тонн. Слышу, не знаю, каким макаром, глянула на стекло, стекло лопается, трещит. Все это черное и полное улицы я вижу. После окна сидела моя напарница. Вижу, на ее месте пустота. Выскочила со своего места, смотрю, она в бальзе моей витрины лежит на полу на четвереньках. Жива, здорова. Руку порезала, естественно, у нас у обоих шок.